ориентирована больше, направлена немножко в другую сторону. Она направлена в сторону направленности слова «еврей». Что же такое, в конце концов, «еврей»? И может быть вот так. The meaning of the word sweet is this and this and that. Very early to get up. Песню распевать у ребенка в горке на левах.